В связи с ситуацией на участке кыргызско-таджикской госграницы в Баткенской области сообщаются реквизиты для перечисления благотворительной помощи. Получатель – аппарат полномоченного представителя президента в Баткенской области, банк получателя – центральное казначейство Минфина, счета получателя в системе казначейства указаны на экране, банк получателя – Аилбанк, назначение платежа, помощь пострадавшим в баткенских событиях.